Пиф-паф, ой-ой-ой! Всем привет, с вами Евгеха! Всем привет, с вами Демастер! А мы продолжаем выживать в мире зомби-апокалипсиса. Ставь лайк, если бы хотел, чтобы в твоем мире настал зомби-апокалипсис. Все магазины были бы открыты, и ты бы мог прийти и взять все, что хочешь. Только, поскорее всего, тебя бы сначала зажрали зомби. Ну да, или бы ты просто стал зомбаком. А, значит, мы продолжаем играть в эту карту от Хайпикселя. И что у нас тут? Нажимай кнопку. Жми на кнопку. Я нажал. Что произошло? О! Во-во-во, нас ты пешнуло. Это Welcome to босса. The Freak Snow. Так, это кто? Сзади оба. А, вижу. Все вижу. Вижу, Костя. Какие-то взрывы происходят. Жень, что творится? Не опасно. Знаю, что-то взрывается, Костя. А, из пушки стреляют в броне. Это зомбаков много, Костя, давай. Давай. Я сзади пытаюсь отбиваться. Этот мужик, я не могу понять, он нам его помогает, видишь, он взрывает их, да? Мне кажется, он нам не помогает, мне кажется, он просто их убивает. Я не знаю, Костя. Я помогаю тебе. Да-да, он их взрывает, смотри, он их взрывает, нормально. Он наш союзник. Это они просто приходят к нам это. А или и он нам помогает. Да-да, он из пушки куда-то стреляет, у него, видимо, какая-то базука, я не знаю. Либо РПГ. О, видишь, так, он сразу сколько их ложишь. Так, я похилился. Костя, их тут вообще, их просто огромное количество. Мы просто упали. Огромное количество, да. Да, в какую-то адскую передрягу. И их как нас сюда занесло вообще. Хилку доставай. Хилку. Я выбил уже. Шо? Лучник убиваем. Смотри, какие они мерзкие. Видите? У них лицо видел у лучников? Блин, меня... Я стараюсь отбиваться, у меня голода нету, Костя. Надо поесть. Костя, прикрой. Ешь. Надо поем. Кушай. Фу, плохой зомби. Жень, меня от тебя отделили. Все, я бегу помогать. Слушай, тут, блин, нас перестреливают, блин, это свои же как будто, я не знаю. Да, но... Меня убили. Знаешь, чем прикол? Меня тоже убила эта пушка, да, тебя сейчас, да? А написала, что убил зомби. Так и что делать надо теперь? Ну все, видимо, мы отбились. I'm not done for you, I will be back. Типа тот парень убежал, слышь? Да, но он, видимо... Good job, guys! Рик сказал нам, типа, хорошая работа, ребята. Теперь пора отправиться на охоту вниз куда-то. Пошли вот сюда, Жень. Куда? Пошли сюда. Вот. Мне кажется, нас просто между картами тпхает с тобой, слышишь? Да норм. Между точками, то есть видишь, тут заново в Майнкрафте объект заспавнить это очень сложно. Так, ну что ж, давай, тут надо тыкать кнопки одновременно. Иди сюда, Жень. Давай, готов? Вот это вот тыкай, я буду то. На счет три давай. Раз, два, три. Как будто пятачок свиньи. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Все, нормально. Нормально. Миссион 3. Grab. О, слышь, тут два нормальных меча зачарованных. Я один себе взял, другой тебе оставил. Один мне. Бери себе нагрудник. Зомби! Бери себе нагрудник и поножи. Сейчас, погоди. ДВК отбивайся от зомби тогда. Они сбоку сейчас уходят, не могу взять. Жень, давай сейчас их всех убьем. Эта броня тебе очень поможет, Костя, давай. Все, тогда беру броню. Ты ботинки берешь себе? Ботинки у меня есть, Костя, я тебя прикрываю. Ага. Все, я взял, Жень. Давай, теперь ты лутайся. А я вполне неплохо одет. Главное сейчас просто, чтобы тебя не там, убили. Там тоже нагрудник, слышь, там тоже нагрудник есть еще один. Там два нагрудника. А у меня нагрудник есть уже. Ты уверен, там ботиночки есть, посмотри. Такие у тебя ботинки есть? Ботинки железные у меня. Так, сейчас я скину всякий хлам. Жень, погоди. Military boots. О, ладно, я пока все это оставлю, я просто не знаю, вдруг это пригодится или нет. Пошли, Жень. Broken baseball beat. Так, ты миссию 3 взял, вот, прочитал? Секунду, подожди. Подожду. Baseball bat broken. Так, выкидываем это. Угу. Potato. У меня картошечка есть. Я, в принципе, все готов, то есть я вот эти сейчас пустые бутыльки выкидываю. Хилочку ты что не взял? Хилочку? Да glass bottle. Нет, я их выкинул. Так, Кость, что, побежали дальше? А ты миссию прочитал? Нет, зачем? А. Значит, kill the backer, the бакарей, option fin the grocery store. Ну, короче, нам нужно в какой-то магазин этих украшений. Каких украшений? Ну, гроссерий. Не украшения разве? Ой, сундук. Смотри. Чё? Шлем. Я беру. Патроны бери себе. Патроны. И эту снайперку другую бери, улучшенную. Она разве улучшенная? О, я прям военный, посмотри, какой уже. Жень, возьми себе вот эту мою старую снайперку на всякий случай.
У меня такая уже есть. У меня две снайперки. 3.15 у нее урон. Бери вот эту. Я взял. У меня и меч на всякий случай в этот возьми мачете. Неплохое оружие, его нужно брать. Тогда у меня он есть. На 6. Бери и выходи. Так, тут еще что-то есть, а нет, показалось. Пошли. Так, давай туда. Тихо, тихо. Давайте снайперки сейчас по ним. Крипер. Криперы. Может, стоило его откинуть на них, чтобы он взорвался и убил их? Не, ну, так, может быть, надо было. Это, наверное, так и задумывалось, просто мы с тобой что-то это... Побоялись. Ну, сзади еще нападают, сзади. Криперы сзади, беги. Во-во-во, они взрываются, кстати. Меня закинули на крышу, нормально. Ха-ха-ха, Жень, читер. В общем, нормально. Значит, смотри, я буду вести их сюда. Я с ними дерусь вообще-то, Жень. Да, дерись, я пока дом полутаю. Логично. Че, демастер? Демастер, да дерись, я дом полутаю. Эй, демастер, да-да, ты демастер, молодец. Респект таким парням, дерись, а я пошел сундук лутать. Да, правильно. Че, ты жертвуешь своей жизнью? Да, таким нужно, правильно. А тебе поножи дать или железные? Вот, слушай, куда-то уже забрался, хрен знает куда ты. Я говорю, на крыше дома. На крыше дома. А, так нам сюда и надо бежать, наверное, нет? Куда? А, нет, все правильно, я добрался, смотри. Женя, не знаю, где ты на самом деле, но отбиваюсь от монстров. Все, я бегу к тебе. Окей. Ладно, беру поножи, потом отказался, я тебе потом другие дам. Ну да ладно, знаешь, ты сзади зашел. О, ты его на меня, за меня закинул. А чё он, блин? Там написано, что блоки ломать нельзя, так их же нельзя сломать. Потому что мы в адвенчер. Так, смотри. Нам нужно сюда, пока кнопку не жми. Давай локацию все обследуем. Да, блутаем другими, дополнительные квесты будут. Главное нам с тобой набрать как можно больше всяких вот этих вот вещичек, да? Да, а сумочки потом... эти красные, или какие-нибудь там канистры, да? Да, естественно. Да вот сюда вот идем через стекло. Я сейчас за этот дом пробежал. Здесь закрыто все. Ну ладно, я пока что просто лутаю. Ну, знаешь, мне атмосфера вообще нравится здесь. Да, вообще жесть. Все так красиво сделано, качественно причем. Ты видишь, где я, да? Забирайся ко мне сюда. Я не вижу, где ты. Да в дом зашел, вот твой, я на втором этаже. Тут какой-то моб бессмертный. Я его просто с мачете миллион раз уже ударил. Он не умирает, слышь, он... Я его уже стою, вот долблю, наверное, минуту. Охренеть. С него кошка выпала. Что? Baby the mouse, don't eat. Baby the mouse, don't eat. Don't eat, eat. Ты тоже это выбил? Нет, я нагрудники собираю, снайперки всякие. Хотя зачем они мне нужны столько много? Так, ну ладно же, давай выходим из этого дома. Карта рассчитана, что тут будет играть 3 человека, да? Нам мы третьего, к сожалению, не смогли взять, потому что нас всего двое. Третий, потому что пошел в магазин. Третий пошел за хлебушком. Нет, за хлебушком. И не вернулся. Ты готов? Подожди, мы еще тут не лутали. Да, давай в ту сторону еще сходим, Жень. Хотя нет, мы тут не заберемся, мне кажется. Думаешь? Ну зато спрыгнуть не сможет, вообще-то есть. Видишь, вон там тот таунхолл, кстати говоря. Да, ну да. А видишь. Мы не заберемся сюда, нам смысла нету. Да, там. Че, ты готов тогда? Ну давай, жми. Илья. Жми, жмякай. Жмукай. Окей. Не нравится мне эта ситуация, Жень. Да дам. О, тут светло. Итак, нам нужно занять позицию, кто где будет стоять. Смотри, занял позицию, Жень, прямо. Все, занял позицию, так, все. Тут сверху какой-то рычаг, если я его нажму. Ты не против? Мелкие зомби бегают. Они что делать, Костя? Не знаю, смотри, что я сделал, я щитерил, Жень. Запрыгивай сюда. Молодец, как ты запрыгнул туда. Вот здесь, значит, с коробок. Паркур, ты что забыл, наш любимый паркур? Паркур. Паркурщики. 13-й паркур. Ништяк, ничего, да? Толпень. Хорошо, что мы это место нашли. Зачем? Давай лучше сюда, Жень, ты чё? Всё, я передумал. Я буду как Костя, залезу как Костя, всё. Суицидник Женя просто. Суицидник Женя. Слышь, так ещё серию, блин, назвать не надо ни в коем случае. Мы не пропагандируем суицид. Да. Убиваем. Ну и как тогда не суицидник, как лучше сказать-то? Жертвенный Женя. Жертвенный, ага. Жертвенный, смотри, вот прям голодный. Ты решил пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти мою. Смотри, какие у них лица, а. Возьму столько опыта, да, стрису этих шариков. У тебя тоже так же? У меня 40-й. У меня 37-й. Я больше счековал опыт. У меня 41-й. Сзади тебя еще напали. Все, вижу. Давай, ну они какие-то слабоватые. Свободная касса. Воу-воу-воу-воу-воу, покупатели, полегче. Они спавнятся и спавнятся. Мелкие заспавнились, прикинь. Да, видимо, детей тоже это... Ну, где вы?
Здравствуйте, зомби. Слышь, я лучше залезу наверх, Женя, это проверенная тактика. Хорошо, залазим наверх. Ну, я просто думал, что так будет почистнее, но, в принципе, в правилах же не указано, что нельзя залазить туда. А мне кажется, специально, видишь, на этих магазинчиках специально сделаны рычаги, да? Они как будто бы нас сюда манят, понимаешь? Типа, ой, Жень, там вообще застрял. Я здесь стою, у меня все нормально, посмотри, я их тут... Зайди, я сейчас. Я, в общем, вытаскиваю всю команду. А я еще ничего не делаю? Нет, а ты тащишь, а я вытаскиваю. А, ну окей, да, ты прав. Ну да, логично, в принципе. Костя, в общем, у меня тут проблема. Так потому что ты не стал играть. Ты, если бы в реальной жизни был, ты бы так не бегал, я тебе говорю. Я, блин, вообще в реальной жизни как там бы всех уже покарал. А, ну окей, да. Особенно зомбаря с топором. Зомбарь, он бы не взял топор в руки. Это универсальный зомбарь. Убить всех, короче, нужно. Рик, get out the grocery store. Вот не люблю таких, как Рик. Идите отсюда вон, из grocery store, в общем. Покидаем этот магазин. А что мы здесь делаем-то? Может, надо будет что-то сделать? Смотри. Chainsword. Можно я возьму? А ты снайперку бери, она улучшенная. И по ноже бери, хорошо, Кость? Окей, по ноже возьму. А я сейчас себе куплю это чем-нибудь. Подожди, стой, это, у тебя есть бензин? Стой. У меня есть два бензина, Жень. Я уже все продумал. Так что, броню лучше брать или брать такую же мачете, как у тебя? А, да, она стоит. Может, слышь, тут мачете есть, короче, да? Модифицированная, 10 демейджа у него. Может, лучше на него покупим бензин? Так, мачете? Да. Нет, надо броню брать, Кость. Надо броню стопудово. Бери себе броню. Бери себе трусы. Трусы? Может, лучше тогда нагрудник? Нагрудник дает 8. А стоит столько же. Ну... Подожди, этого бензина? Да. Сколько у тебя бензина? 2. На нагрудник хватает. Бери нагрудник, значит. Да, я тоже так думаю. Я взял нагрудник, Жень. Так, надевай его. Надел. О, слепой красавчик сразу же стал. Норм. Так, бро, значит, поторгуем. Да. А, что ты можешь мне предложить? Ну, возьми у него лечки какие-нибудь, я думаю. Я пока скину всяких хлам, типа. Сука. Знаешь, вот этот, мы выбили этот Bibi the Mouse, да? Мне кажется, это какой-то дополнительный квест потом будет. Bibi the Mouse. Ага. Bibi the Mouse. Cookie Chicken. Cookie Chicken. Купил? Chicken. Съел? Жив, цел, орел. Сейчас, секунду. Жив, цел, орел. Окей. Я себе беру как можно больше этих хилок. Угу. Знаешь, короче, я что-то забил эту бумагу с собой таскать, прикинул. Может, она пригодится потом. Ну, потом уже будет поздно. Прикинь, написано, типа, пасхалка. Если вы взяли бумагу, то вы вообще там прошли карту там нас. И вы молодцы. Так, квест снова читаем. Давай. Миссион 4. Fix the garden generator. Нам нужно идти к garden generator. Вон туда, посмотри. Так, погоди. Видишь? Погнали. Вон туда. Ты готов? У меня есть мачете, которая носит теперь 7 урона. У меня есть мачете, которая носит 6 урона. Ну что ты же не стоишь? Давай, веди нас. Командир, веди нас. Командир. Go. Let's move. Rocket and roll. Это StarCraft играл, нет? Ну да, в какой? Первый, второй? Первый. Первый играл, а второй не играл. В первый-то вообще там... Ты бежишь где? Я за тебя я вместе сеточки. С зомбарями. Что это такое? Здесь два стартера разных, но нужно на них одновременно нажать. Где он? Второй находится вообще фиг знает где. Так, ты готов нажимать на кнопочку? Я-то готов. Так, готов. Раз, два, три. Нажал. Давай, ты готов? Еще блин, раз. Меня убивают тут дофига зомби, подожди. Да меня тоже убивают, тут тоже зомби. Их тут прям просто толпень просто. Я иду к тебе на помощь, Жень. Не-не-не-не-не-не-не-не. Готовься нажимать это. Так, погоди секундочку, подхожу. Так, ну я готов. Раз, два, три. Еще раз. Сейчас. Раз, два, три. Погоди, меня тут зомби бьют. Окей, хорошо, я понял тебя. Тебя, скорее всего, тоже, да? Не, ну у меня тут как бы за мной бегает человек 20, но я... Зомби 20, но я... Активировать стартер Б. Твой, сейчас надо твой, чтобы ты нажал ты. Стараюсь. Нажми сейчас свой. Нажал. Watch. Осторожно.
Watch out, что это значит? Осторожно, берегись. Давай еще раз нажмем одновременно. Раз. Я не видишь, что-то еще ничего не пишет. Подождать. А вот теперь я должен только нажать. Нажимай. Так, по очереди надо, получается, тыкать. Ну, видишь, так говорит activate 8, activate там B там. Не, а все, первое... понял. То есть нам, по идее, надо было сначала одного бегать, потом у другого, а мы с тобой просто разделились. Не-не, поначалу нужно было тыкнуть на оба одновременно. Там было написано тыкать. Вот, видишь, сейчас опять нужно на оба сразу раз, же тыкнуть. Здесь у меня зомби дофига. Подожди немножечко, Жень. Сейчас погоди, я их отведу, ты готов? Да. Так, давай, раз, два. Блин, три. Ты нажал, да? Да, нажал. Я тоже вроде нажал. У меня опять собаки заспавнились. Я тоже. А, это вот видео мы с тобой нажали, он, видишь, говорит watch out, когда это, типа осторожно, когда мы нажимаем одновременно. Волна начинается просто, когда мы нажимаем, типа, да? Да. Ой, их много стало. Женя, прям не успеваю их всех убивать. Да нормально, пока что отбиваюсь пока от волны зомби. Со снайперки буду пытаться стреливать. Так, генератор power. Все, генератор включился. А, let more, еще раз. Так, а, ну let more, идите, типа, все, генератор работает, можете идти. А куда идти-то? Не знаю, не сказано. Ну, сейчас я отобью волну эту все. Да давай. Что, их бросать, что ли, здесь этих моих милашек, да? Да, вдруг. Моих зомби-няшек. Иди сюда, и ты, иди сюда, и тебе добра. Да, и тебе. Отлично. Давай, давай, Жень, там. Заканчивай с своими ласками. Предварительные ласки. Зомби! Все, я закончил с этим генератором. Так, погоди, погоди, я почти закончил. Так, все, убил их всех. А нет, еще один остался. Так, ну что мы с тобой, Женя, уходим туда отсюда? Да? Давай, иди сюда, Костя. Иду, я скидываю хлам, все, иду. Иди сюда. Иди сюда к этому генератору. Иду. Генератор на бензине. Я думаю, на этом можем закончить свою вторую часть нашу с тобой. Да, в принципе, можно. Это, может, так и на интересный... Спасибо вам за внимание. Мы вообще включили генератор и спасли теплицу. Не забывайте оставлять свои комментарии, оценочки и подписываться. С вами были Евгеха и Демастер. Всем пока. Всем пока.